К другим темам. В Андиге остров стала проблема с водоподготовительными установками. В наступающие холода поселок рисковал остаться без воды. Оборудование находилось на балансе сельсовета, но чтобы обслуживать его, нужны специалисты, которых в поселке нет. Полгода переписки с управляющими компаниями не дали положительных результатов. Убыточные установки никого не привлекали. На традиционной планерке глава Андигского сельсовета поделилась проблемой с главой региона, после чего ее решили в короткие сроки. Оборудование передали на баланс Севержилкомсервису, а убытки, связанные с его эксплуатацией и обслуживанием, будет покрывать округ. Мы связались с главой сельсовета Валентиной Абакумовой, и вот что она рассказала нам по телефону. Вода это, как они поясняли, что это заведомо убыточное предприятие, и их долги никто покрывать не будет. Как они там проблему решили, потом они мне звонились, сказали, что проблему решили, их убытки будут покрывать округ. Ну, как мне пояснил их главный инженер. Население очень довольно, и у меня уже душа не болит. И работник там работает нормально, все чисто и хорошо.